Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Екатерина. Расскажите, в чем ваша проблема? Что вас беспокоит? У меня нет сосков. В смысле, вы родились без сосков? Нет. Произошла очень неприятная ситуация в моей жизни. Я встречалась много лет с мужчиной. Так. А потом я решила, приняла для себя решение расстаться. Он это не захотел принимать, нашел меня и 4,5 часа он меня пытал. То есть это сделал человек? Которого я любила, который говорил, что любит меня. Он меня периодически сбивал, я прощала. Но такие, чтобы самые яркие и самые тяжелые моменты было... Раз 5-6. 5-6 раз. И однажды он мне вырезал татуировку на теле. С его инициалами. Как вырезал? Чем вырезал? Ножом, который я ему подарила с гравировкой. Господи, хорошая моя, как такое могло быть? Как? Сколько это длилось все? Чуть больше 6 лет. Это такая любовь, все прощаешь? Я уже не уверена, что это была любовь. Это была больная зависимость. К сожалению, нам придется восстановить, что было в тот день. Он зашел и сказал, что хочет поговорить и все-таки все точки надо расставить и устроить вечер правды за все эти годы. И я ему сказала, давай садись. Он сказал, еще есть такой нюанс. Говорит, давай не здесь, поедем в клуб. Мы подъехали к клубу. Там была комната специализированная БДСМ формата. Там была решетка из арматуры сваренной и цепи с карабинами, чтобы можно было в распорку закрепить человека. Из них действительно невозможно выбраться. Он меня когда ударил, я поплыла очень сильно, он меня привел туда, раздел и приковал. Потом он взял нож барный и стал отрезать мне сосок.